том, что ну, я делаю фотографии больше, так сказать, что не для публики, понимаешь? Для публики это, ну как это, я не знаю, как это для публики. Это уже какая-то рекламная работа, наверное, это для публики. А так просто делаешь для себя, можно так сказать. Но когда она кому-то нравится, это очень приятно. Когда тебя понимают. Порой даже интересно, даже иногда дети или старенькие там бабушки какие-то, понимаешь? То есть совершенно могут разные быть люди. Вот. Ну а так вот, в основном так крутишься в рядах таких вот творческих, так там тоже приятно, когда тебя понимают. Все хорошо в меру, конечно. Если так вот посмотреть вот среду художников и фотографов, очень порой себе даже так вот и задаешь такие вот вопросы, что действительно вот странно, почему ты вот это делаешь, зачем, для чего, зачем, творишь, может ты какой-то ненормальный там или что-то такое. Вот хотя по своим, у меня есть определенные жизненные принципы, вот которых, короче, я истину нашел здесь. Если наша Земля находится где-то на самом краешке нашей галактики, где-то это, лечь посмотреть даже ночью на звезды, вот, и ощутить себя таким червячком маленьким, да как-то слово «центр» и это, что в тебе там, или не знаю, это душа, душа. И все, конечно, вообще это искусство, все, мне так кажется, это уже по моим понятиям, я там думаю, что это для души. Точка расчета – это вот какое-то вдохновение, потому что если не будет вдохновения, толкового ничего не сделаешь. Можно сделать красивую картинку, там, типа вот, если смотреть, ну, красивую, там, журнальную картинку, там, вот это просто, будем там говорить, технически грамотно снять, что-то поставить, там, свет или где-то на улице это сделать. Ну, а так, чтобы хочется делать такие вещи, чтобы вот именно не только была картинка, вот. Это должно автоматом идти. Я так вот считаю, это должно автоматом идти. Картинка должна быть всегда хорошая, вот. Но чтобы и еще за ней были твои какие-то чувства. То есть, или того, которого человека ты снимаешь, вот, допустим, работаешь там с какой-то моделью или с человеком. То есть показать его какой-то или внутренний мир, там, попытаться. Или ну, хотя бы состояние этого человека в данную минуту.
Вот. Я сейчас говорю о творческой фотографии, это не какой-то коммерческой там, или рекламной, там свои, законы свои, вот, а чисто творческой фотографии. Вот. И тогда также и в природе какое-то состояние, допустим, погоды. Вот у тебя на душе, ну, будем так говорить, если сумрачно как-то вот бывает, сидишь так вот иногда вечерами, осень, холодно, хочется что-то красивое увидеть. Вот. Тебя толкает, или даже просто такое настроение плохое, походи просто и поснимай даже те же желтые листья упавшие, или еще что-нибудь такое, то есть, или показать, ну это уже, понимаешь, это просто еще надо какое-то везение, чтобы было, или погода какая-то, или показать вот именно состояние вот тоже этой погоды, которая гармонировала с твоим внутренним состоянием, или, допустим, вот как вот у меня вот идет процесс, допустим, что-то такое придумал, какой-то там образ или что-то, и потом, когда делаешь, 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 и конечный результат выходит такой, что потом смотришь на эту работу, и у тебя какие-то ассоциации начинают внутри опять, ну как бы, отзываться на, вот, ну как вот, были какие-то определенные чувства, которые тебя толкнули на данную работу. Вот, и когда ты потом смотришь и чувствуешь, что, допустим, от того снимка исходит вот это вот такое же, понимаешь, вот настроение такое. Вот мне вот это вот уже, я считаю, удачей, я радуюсь, может, как ребенок даже, не знаю, в таком плане. Ну, а неудача тоже, неудачи тоже есть. Стерты в пыль. И что прошло, вновь стало быль. Лишь стены, как свидетели немые, во мне наводят грезы роковые. Вот фрески, и на них преследует меня твой лик. И ты прошла, как легкий вздох тумана, остался след. И снова холодок обмана меня коснулся, вижу я фрагменты стен. На них твоя печать лежит. И боль моя.